Нет! Блядь, что там взорвалось нахер? Это пиздец, такой бред! А, где бочка взорвалась? Здравствуйте. Прохожу Авангард, двойная элита, внезапная смерть, Destruction Slout Plus, на сложности Катаклизм 3, в соло, карта машины войны. Очередная неспина. Не уверен, если честно, что ассасин сдох, он мог убежать.
Расстреливаем. Повезло, что там газ или газы, что-то мне там не кидают газ сюда. Конечно, повезло в этом плане. Чуть-чуть не хватило, он еще раз упадет. Скорее всего. Да. Ой, что-то слишком близко подошел. Было опасно. Чуть не упал. Вообще. Что, это хрень мы убили? Is this the right way? Who knows? Certainly not you, Lock. Take a look anyway. Да, блин. Там огнеметчик каким-то образом убил двух палачей. Надо просто обойти. Сегодня никого по пути не попалось. Немножко забираем. Stand ready. We're coming for you again. Into gloom. Вообще никаких зелий. Грустно это, конечно. Сейчас убью Пака. Блин, он успел по мне попасть. Это было больненько. Как там Пак у нас?
удачи вам. Хорошо получилось. О боже, меня что-то сдвинуло. I think there's something wrong with the illusion that seemed harder than before. Ассасина убили, это самое важное. Блин, мышку надо поудобнее поставить. Это, конечно, сложно ему в голову постоянно попадать. Сделал нереально, наверное. О, так. Нет, так тоже не в голову попадаю. Проблемно это личи. Нифига себе. Я смогу? А я попробую так. Не, я так тоже не достаю. О, нормально, простреливается труп. Хорошо. Не-не-не,
пока я не буду делать судьбу. Ой, я не уверен, что здесь вообще где-то их можно замансить. Ладно, у меня есть идея. Сейчас попробую что-то сделать. Если я запрыгну сюда, конечно. Пока я вроде убил. Но это будет очень тяжело сделать, но я попробую. А тем более живыми ассасинами. Хорошо. Долбали сейчас бы ассасина спавнить. Очень вопрос. Хорошо, хорошо. Надо убить. Хорошо. Это опять очередной лид живой, а? Очередной лид живой. Хорошо.
Уф! Пошел. О, как хорошо. Тысяч урона по боссам. Вот таланты, что у меня стояли. Ну и каждое снаряжение. На этом все. Спасибо за просмотр.